Приветствую вас на своем канале. Сегодня сейчас будет обзор именно про гребешки, как вот они поднимаются. Целое видео будем наблюдать за гребешками. Смотрите, это я уже узнал после, то что это называются гребешки, а так я даже не знал, как правильно называются. Так, сейчас посмотрим, что от воды будет. Видите, живые. Ну, думаю, надо полить, да? Потому что они тут 12 часов. В этом ведре и без воды. Издевательство какое-то. Ну не быстро они сейчас хлопали. Так-то обычно до этого я, вот слышите, подходил, так резко так хлопали, то есть открыты были. Не видно, звук услышали и резко хлопнули. Ничем, кстати, не воняют. Заливом не воняют, то есть. И вот прикольно вот это вот. Трава такая вот, водоросли. Прикольные вообще, конечно. Пишите в комментариях, если вы вот знаете, допустим, к примеру, принести одну эту вот раковину живую, да, залива, набрать воды, опустить ее, допустим, в 3-литровую банку. Будет она жить или нет? Дома можно, допустим, было бы наблюдать. И чем они питаются? Я обычно интернет не смотрю, информацию там не получаю. Если вы знаете или смотрите в интернете, то напишите. Если вот дома завести, чем ее кормить, допустим. Я, конечно, сейчас спрошу, попробую. В общем, одну домой взять. Ну, живые, да? Угарно вообще. Они прям практически целые, такие вот открывались, прям вот. То есть полностью открывались, вот я видел даже внутри. Сейчас попробую вот эту вам заснять, пока она внутри. Сейчас попробую еще подсветку включить. Хотя аккумулятор сел, скорее всего, не включится подсветка. Севшим аккумулятором и то подсветка включилась. Сейчас вот с этого обзора, кстати, или то, что я водой намочил, но сейчас запах такой вот реальный, то есть неприятный запах такой, вонючий, заливом пахнет, в общем. Очень неприятный запах. Вот смотрите, как прям четко, да, видно.
Не очень запах, конечно, все-таки он такой морской, так. Не, я их ни разу не ел, точно есть не буду. Я их еще водой полил, от воды они, получается, еще вонючей стали. В общем, все я узнал, это обычный гребешок, который продается в магазине. Только в магазине продается он побольше, крупный. А этот, получается, то есть будет вообще мелкий-мелкий. Ножом подрезается, вытаскивается и варится. И даже едят живьем. Живых едят. Вообще жесть, конечно. Нет, я не буду даже пробовать такое. От одного запаха это. Не понимаю в этом деле, в этих гребешках. А пойманные где-то на катере привезли водолазы. Ныряли куда-то глубоко, на глубину. И вот там вот они. Ведро. Ну, ведро литров 7, где-то 8. Вот это вот. Целое ведро. Сейчас откроется, так. Можно будет крупным планом заснять. Надо было мне сразу заснять, когда они вообще все открытые были. Поближе вам показать. Приоткрывается только и сразу закрывается. Не, ну запах все-таки, если честно. Можно, в общем, одну и домой взять. Думал, воды налить. Но неохота этим заниматься, если честно. Потому что, ну, воняет. Воняет очень. Очень воняет. А, вот. Видите, как открывается. Я тут видео снимаю. Открылось полностью, слышишь? А где пуск? А вон там, на территории был. Жрать хочет, ладно. Они так чем питаются, что едят? Он говорит, слышишь, живыми можно есть их, прикинь. Живыми. Не, серьезно, на полном серьезе он сказал живыми. Ну а так, говорит, ножом подцепляешь, говорит, и варишь. Только он маленький, в общем, а в магазинах большой продается. Гребешок называется это. Мидии гребешок. Слизь такая. Вон, смотрите, рядом, да? Приоткрывается тоже. Ну да, он. Даже видно, как можно подцепить. Она получается как еще во второй раковине внутри находится. Жемчуг в таких находится или нет? Или это же в других раковинах? Это получается поднимается, подвигает эту, и это тоже открывается. Задевает эту, и это начинает открываться. Прикинь. Это трава прям сверху на них растет. И пишите в комментариях, кто знает, что вот это вот такое вот сверху. Я думаю, это все-таки какули, потому что они же тоже выделяют.
Чем они, интересно, только питаются? Узнал я, это возле Белого моря. Гребешки, получается, в заливе, но уже возле Белого моря, там, где чисто. Сказали, что если палец сюда сунуть, гребешок, то прижмет очень сильно. Придется долго вытаскивать потом. Ну, как они резко закрывались, да, конечно, сильно прижмет. Я даже не сомневаюсь. И больно будет. Подписывайтесь на канал, пишите больше комментариев, ставьте лайк. И что вы думаете, кто их ел, гребешки мидии, кто не ел, кто бы стал есть и кто не стал бы есть. В общем, с каждого, кто смотрит, напишите хоть один комментарий, что вы думаете по поводу этих гребешков.